Всероссийский фестиваль прошел в Красноярске. Он благотворительный. Все взносы участников пошли на поддержку детей с ограниченными возможностями. Сегодня все участники дома. Наши земляки рассказали, что за 3 номера заплатили 5400 рублей, а вокалистов было больше 3000. Кстати, конкурс непривычный, в нем нет зрителей и конкурентов. В этот раз прям было не страшно, потому что только родители жили, сидели. То есть зрителей не было? С другой стороны, со зрителями выступать интереснее, признались артистки. Тогда есть азарт. Ну, надо больше эмоций выдавать, ну, чтобы расколотить этих зрителей. Судейство прошло тоже забавно. Судится все просто, по факту. То есть ребенок вышел, спел, вот он спел на первое место, ему дали первое место. Выходит второй ребенок, тоже яркий, хороший, спел на первое, на тебе первое, не жалко. Вышел еще один ребенок, тоже ярко, но чего-то не хватило, на тебе второе место. Всего кубков организаторы раздали чуть больше 1000. Нашим дали 3. Трудятся девочки на протяжении 6 лет, по 2 занятия в неделю. В остальные дни поют дома, самостоятельно. Галина Сергиенко, Григорий Сараев, Новости, 7-й телеканал. Yeah.